Три победы и два поражения. Итог пятиматчевой выездной серии «Авангарда». В заключительном поединке этого турне ястребы уступили в Мытищах «Атланту» со счетом 1-3. В середине первого периода наша команда упустила возможность забить гол, играя 5-3. Хозяева, выстояв, перевели игру к воротам «Авангарда». За счет скорости и прессинга забросили две шайбы. Во втором периоде «Атлант» увеличил свое преимущество в счете. Лишь в третьей 20-минутке Роману Берникову удалось распечатать финского вратаря «Атланта» Атте Энгрена. Это был единственный успех нашей команды в матче. С 16 декабря в чемпионате наступает 6-дневный перерыв. Сборная России сыграет на Кубке Первого канала. В состав национальной команды вошли два хоккеиста «Авангарда» – Константин Барулин и Сергей Калинин.